Всем привет, с вами Клеопатра. Клан 17 уровня под названием 9 рота ведет набор активных и адекватных игроков, начиная от 9 тонхола с фуловой прокачкой. Коллектив взрослый ориентирован на клановые войны и на ЛВК. В клане очень много крепких ТХ-12, которые успевают совмещать игру не только во всех игровых режимах, но еще и поднимать кубки. Очень много игроков находится в легендарной и титановой лиге. Отсюда ребята уже почти успели войти в топ-200 лучших кланов по России. Кроме того, в клане каждый месяц проходит розыгрыш золотого пропуска, так что можно не только поиграть в любимую игру в дружном коллективе, но и выиграть себе много вкусных плюшечек. А тег клана, как всегда, находится в описании. А мы сегодня с вами в этом видео посмотрим на 10 самых популярных типов игроков, и если вы увидели себя или своих друзей, то обязательно напишите об этом в комментариях. И перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы всегда первым узнавать о свежих выпусках. Ну что ж, приятного просмотра! Если б мне платили за морозкой, да не кидаю я его в КВ, я была бы первой в списке статс, по утрам меня будил бы личный маг. Если б мне платили каждый раз, когда у меня опять косяк, я тогда бы в бравле каждый час покупала в себе новый суперпак. Me flying, never drop down, drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not